Игорь. Здравия, Ведогор. Как проверить устройство мира, описываемое в Ведах? Ведь здравомыслие уже включает опыт предков Веды. То есть поправку в сторону Вед при проверке истины. Так что об этом компетентные люди говорят, то есть опытные. И самому проверить, так это или не так. Развив свое навья, клубья, колобья, дивье тело, мы это все проверяем на своей практике. Вот тогда это здравомыслящий человек.